Всем привет! Сегодня с вами я вам покажу обзор робота Тоби. Интерактивный робот с искусственным интеллектом. Собирал его 4 часа, 100 деталей. Собирать несложно, но нужны силы. Работает хорошо. Есть два режима: слежение и навигация. При навигации идет за мной. Слежение. Идет. Упрямый. Создателя End the Play возрастом 6+. Инфракрасный сенсор. Слежение сопровождает как домашнее животное. Навигация — наблюдай, как он перемещается по дому. Вот отличный робот. Это отличный подарок ребенку. Вот. Пока.